Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Дони, и добро пожаловать на канал. И сегодня мы с вами снова играем в мобильные игры, и сегодня мы с вами снова играем на One State. Скачивайте игру по ссылочке из описания к этому ролику, а также играйте вместе со мной. Я играю на первом серваке One State. Итак, ребят, у меня для вас есть очень классная новость. Во-первых, я наконец-то прокачал свою Бугатти. Да, она пока внешне не совсем полностью прокачана. Буквально еще две детали у меня не максимального уровня, а именно движок и тормоза, но уже две турбины, две подвески, коробка и шины максимального красного уровня. А это реально очень круто. Но самое главное, что даже эти детали помогли мне максимально прокачать внешне тачку, то есть я поставил максимальный бампер, который возможно поставить, поставил задний бампер, тоже самый крутой. Багажник я не ставил самый крутой, хотя можно поставить, но мне как-то он не очень понравился. Спойлер поставил максимальный, самый большой. Юбку тоже поставил. А диски поставил самые крутые, тоже красные. И цвет кузова сделал красный. То есть красная машинка на красных дисках. Я думаю, потом перекрашу, но пока не решил, в какой именно цвет. Сейчас я бы хотел замерить максимальную скорость этой тачки, потому что я ее прокачал, но до сих пор пока не замерил максимальную скорость. Поэтому хочу наконец-то это сделать. И давайте мы сейчас найдем заезд на шоссе, в принципе, можно прямо здесь заехать и постараться здесь разогнать максимальную скорость. Это будет сделать максимально тяжело, потому что машина очень прыгущая на неровной поверхности, и скорость тоже будет очень быстрая, поэтому что получится, то получится. Короче говоря, газ пол прожимаем и поехали. Я помню то, что раньше она не могла поехать 400 км в час, просто упиралась в максималку. Вопрос, что будет сейчас? Так, ну 300... Опять-таки, здесь просто такая дорога еще, что вот-вот-вот, о чем я и говорил, меня размотало. Да, здесь иногда поехать быстро очень тяжело. Но вот если попробовать, то вот по этой дороге, там потом будет такой туннель, и здесь реально можно постараться поехать максимальную скорость. Если получится, будет здорово. А пока в комментариях, ребята, пишите максимальную скорость, которую вы увидели, потому что я пока просто не могу это сделать. Я пытаюсь не разложиться на этой Бугатти. Очень страшно ехать, реально, блин. Так, сейчас я постараюсь вот здесь туннель, и вот после него такая прямая хорошая есть. Я постараюсь здесь разогнаться. Так, это получается уже 400 там вроде было, да, отлично. Я уже пробил максималку, которая была до этого. Так, тихо-тихо, вот здесь по идее нужно ехать максимально осторожно. Направо, налево, нет, куда? Нет, стой, только не в воду, где я летаю. Блин, какая там была скорость, ребят, но это не максимальная была скорость, 100%. Так, ладненько, замеряем еще раз. Я думаю, сейчас получится, поэтому в комментариях пока пишите ту скорость, которую вы в итоге увидели, а я пока пытаюсь максимально разогнаться. Давайте газ в пол жмем, смотрим. Так, вроде бы 300 уже там есть. 400 было вроде бы 30 максимальная скорость. Вопрос, что будет сейчас. Вот здесь лучше бы газ приотпустить перед поворотом, чтобы скорость не потерять при резком повороте. Так, осторожненько. Вот здесь вот мы поворачиваем так вот налево. Да, тихо-тихо, только не развернись, пожалуйста. А вот теперь можно попытаться максималку развить. Давай, газ в пол. Давай. Замеряем. Так, здесь поворот опять, ребята, очень. Не, я опять не смог. Но это нереально почти, честно. Просто не хватает дороги, чтобы максимальную скорость Бугатти развить. И это пока еще не максимальный движок, вы понимаете? Это очень важно. Это не максимальный движок. Что будет на максимальном, я не знаю. Но просто вот на вот этих деталях я не могу поехать максимальную скорость. Хотя, короче, газ пол жму, что будет, то будет. Смотрим. 400 есть, 430 было, да, вроде бы уже. 440 там есть. А 442 я видел. Отличные показатели, ребята. Это очень хорошо, честно говоря. Ладненько, что сейчас я хочу сделать? Максималку мы замерили, это самое главное. А теперь, ребят, я захожу в магазин. И давайте сейчас я заберу свои халявные стейтбаксы. Да, забираю 2500 халявных стейтбаксов. Далее иду раздел кейсы. Снизу я открываю бесплатный халявный кейс. И забираю с него я 3 эконом кейса с прокачкой. Ладно. Далее иду кейсы с прокачкой. Открываю один бесплатный
бесплатный малый эконом-кейс. Это каждый из вас может делать на OneState вообще на халяву. Заходите, открывайте свои бесплатные кейсики и получайте за это детали для прокачки, а также разные деньги, анимации. Даже есть вариант получить донат. Так, это мы открываем еще топ-кейс, тоже бесплатный. Малый топ-кейс, я выбил турбину. Эти коробки можно открывать раз в 15 часов, это самое важное. Также самое важное, промокодик Дони вводите, он даст вам еще 10 тысяч долларов для быстрого старта и развития вашего аккаунта. Это очень важно. А также мы идем в раздел бизнес. Проходите первоначальные квесты, и вы получаете бесплатный бизнес на OneState и можете спокойно им управлять и зарабатывать с него деньги. А это очень, ребята, круто, потому что реально можете максимально быстро заработать деньжат на OneState. Так, далее еду в раздел испытаю удачу. Что у нас тут есть интересного? Так, получаю ключик от... Ого, какой-то прикольный кейс стартовал на какую-то прикольную тачку. Ладно, ладно. Давайте мы откроем такой кейс. Опять-таки я получаю эконом кейс с прокачкой. Тоже еще один. Это тоже неплохо для задания. Самое то. Открываю большой эконом кейс. Получаю двигатель редкий. А далее я иду в металлолом. Здесь, смотрите, здесь есть детали эконом класса и топ класса. Эконом класса я всегда продаю, потому что они мне просто не нужны. Я их продаю, получаю за это дело деньги. А вот топ детали я объединяю до более высокого уровня. Главное, перейдите раздел склад, чтобы вы случайно детали топ уровня не разобрали. Далее я иду в раздел задания. Здесь есть задание, которое мы выполняем, пока играем на OneState. Открыть 3 кейса с прокачкой. Я это выполнил и в итоге получаю 10 тысяч долларов. Самое главное, это очень круто. Далее зайти в игру. Я выполнил квест, получаю опыт. Далее я уже использовал ремкомплект, поэтому зарабатываю еще опыт. Далее открыть кейсы любые. Я это сделал, поэтому зарабатываю еще опыт. А теперь я открываю заветные коробки, в которых у нас скрываются подарки в виде денег. Вот 2000 получается долларов. Далее открываю еще 4000 долларов. Это очень круто. Но если мы выполним все этапы, то в конце нас ожидает кейс, в котором есть донат. А его можно тратить на кейсы, в которых скрываются автомобили. Нам бы открыть еще один кейс прокачкой. Там, по идее, у нас прямо сейчас скидки на кейсы с прокачкой. Ведь, да, действуют? Нет, не действуют. Давайте мы откроем один средний топ кейс. Да, стоит денег, но как бы ради доната, я думаю, что это можно сделать. А теперь я иду в раздел задания. Да, и вот здесь, в принципе, мы у нас выполнилось сразу два задания. Во-первых, открыть 7 кейсов с прокачкой. Я это сделал, поэтому забираю себе 15 тысяч долларов как бы кэшбэка на самом-то деле. А далее получается, что у нас выполнилось то, что я заработал 44 тысячи долларов сегодня за эти задания все. И я еще потратил 30 тысяч, поэтому забираю опыт. А в итоге я забираю финальные коробки, а именно я забираю 2,5 тысячи долларов, а также я забираю себе еще 12 тысяч долларов. Ребята, это очень круто. И что самое главное, 5 бесплатного доната я получаю, а это можно уже как бы тратить по-своему, как хотите. Например, в разделе «Испытай удачу» можно крутануть какую-нибудь, я не знаю, кейсик там на халяву, да, что-нибудь такое вот можно сделать. Выбил 25 деталек, это очень круто. Друзья, ставьте лайки, не забывайте подписываться на канал, а также играйте вместе со мной. А также не забывайте промокодик Дони вводить на OneState и получайте свои 10 тысяч долларов для быстрого старта и развития вашего аккаунта на OneState. Всем удачи и всем пока-пока!